Полицейские посетили региональное отделение фонда социального страхования и организовали мастер-класс по получению государственных услуг в электронном виде. Здравствуйте. Скажите, а вы зарегистрированы на портале госуслуг? Ну, я зарегистрирована, вот, но пользовалась редко, потому что мне там очень тяжело разобраться. У нас сейчас проходит мастер-класс, в рамках которого мы можем вам оказать практическую помощь, и наш сотрудник вам объяснит, как можно заказывать услуги. Хорошо, давайте. Проходите. Полицейские наглядно показали, как заказывать госуслуги, не выходя из дома. В ходе мероприятия сотрудники УВД помогли всем желающим создать учетную запись на едином портале www.gosuslugi.ru. В дальнейшем вы можете постоянно пользоваться данным порталом, заказывать необходимые для вас услуги, а также оплачивать коммунальные платежи, штрафы ГИБДД. Такой акцией довольны остались не только посетители, но и сотрудники фонда. Добавлю, что сегодня порталом в стране пользуются более 65 миллионов человек. По статистике прошлого года, чаще всего россияне запрашивали информацию о наличии налоговой и судебной задолженности и состоянии лицевого счета в Пенсионном фонде России. Популярностью также пользовались услуги по регистрации транспортных средств, оформлению водительских удостоверений, загранпаспорта и регистрации по месту жительства и пребывания.